Привет, ребята, и сейчас у нас получился... Какая-то хула. Получилась хула. Либо... Как? Обычная. Как ты это сделал? Просто я зажег 10 фитилок. И мы тратим... Обычная. Обычная хула у нас будет. А как нам... Теперь нам нужно куда-то избавиться от карабаса, сейчас мы... Не будем мы же его продавать. Карабаса? 15-го. 10-го. 10-го можно... Мы можем гостиницу купить и спрятать его в гостиницу. Давай покупай гостиницу. Мы его спрячем и поставим нашего карабаса, чтобы наша хула уже стояла. Ну, хоть какая-то, это же здорово, что у нас будет хула. И мы сейчас попробуем сделать вторую, пока у нас гирлянда. А покинь детку сейчас выйдет. Вообще, было бы классно. Да, все говорят, что это было бы классно. Скромная гостиница. Сейчас подержать. Спрятать тихо. Поставить карабаса. А давайте в этого. Карабаса в этого. Кого спрячем? Вон, дольно. Что ты сделал? Я закинул его в гостиницу скромно. Кого? Карабаса. Карабаса в гостиницу отправил? Да. Карабас. Барабас, сидим в гостинице. Новый уровень. У нас новое звание. И теперь мы кто? Воспитатель от природы. Я воспитатель от природы. Точно. Еще раз. Нет, все. Ну ладно, мы попозже, когда помпон будет готов, обязательно попробуем еще раз. Так. И сейчас у нас тетя хула. Хула-ла. Ну пока у нас на земле не получается, мы, наверное, будем вынуждены зажать еще 5 факелов, потому что вот у нас... 10. Не забывайте, да, покупать дипстеров за один да. ключик. Я, знаете, где купила? Да. У тебя нету. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайк. И пока все, ты больше ничего не хочешь рассказать подписчикам? А, ты хотела сказать про Колизей острова? Да, сегодня 22:00 можно будет пройти испытание с Хулой. Она у меня на 15-м. Так что ждите наших новых видосиков по прохождению Хулы на острове Колизея. Всем пока-пока! Всем пока-пока!